Добрый день, с вами я, Шнет Маклоклин. Представляем вашему вниманию обзор экономических событий за среду, 14 января. Первый отчет будет представлен в 10 утра. Будут опубликованы данные по промышленному производству еврозоны за ноябрь. Рост потребительских и промежуточных товаров был компенсирован снижением капитальных товаров и энергии. В 13:30 по Гринвичу будут представлены предварительные данные США по розничным продажам за декабрь. В ноябре число продаж увеличилось, был зафиксирован самый сильный рост за последние 8 месяцев. В 14:15 глава Центрального банка Англии Марк Карни выступит с речью перед комитетом казначейства в Лондоне. Он собирается представить отчет по финансовой стабильности. К 3 часам США представят ноябрьские данные по производственным запасам. В октябре количество наличных товаров увеличилось, но темпы роста были более медленными по сравнению с прошлым месяцем, когда рост был в размере 0,3%. В 7 часов будет представлен отчет ФРС США по бежевой книге. Согласно предыдущего отчета, был отмечен рост экономической активности. В 9:45 будет представлен индекс цен производителей Новой Зеландии за декабрь. В ноябре индекс снизился. Такая негативная динамика была обусловлена сезонным падением цен на овощи. В 11:50 вечера будут доступны данные Японии по машиностроительным заказам за ноябрь. В октябре количество заказов неожиданно сократилось. Это произошло на фоне сокращения отечественных и заграничных заказов. Затем, спустя одну минуту после полуночи, Королевский институт сертифицированных оценщика Великобритании представит данные по балансу цен на недвижимость за декабрь. В 12:30 ночи будет представлен отчет высокой важности Австралии. Будут опубликованы декабрьские данные по изменению занятости. Мы смотрели экономический календарь за среду. В нашей следующей программе мы представим вашему вниманию обзор основных событий четверга. До свидания.